короче, мало того, что ты всякую эту самую, блин, смотришь по Ютубу, тебе еще и в школе начали показывать. Она обращалась в полицию, все, и никаких, как бы, ну, никто его не мог остановить. Фу, да? Так куда ты уже уйдешь, если тут уже, понимаешь, по телевизору об этом сказали, что это нормально. Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. И, походу, сегодня учитель по Woman Study пополнил мой список вещей, которые я никогда не смогу забыть. Сегодня мы по Woman Study добрались до семейного насилия. В общем, вначале мы разговаривали об этом, там пытались найти причины всего этого, там статистику смотрели, а потом она нам поставила смотреть фильм. Это документальный фильм, в котором рассказывается о историях трех женщин, которые сейчас на данный момент отбывают срок. Одна, кстати, из Анахе, это же близко. Это хороший город, считается один из... Ну, не считается один из... Да, я, в принципе, дистанцию имею в виду. Это рядышком. Я это не пытаюсь понять, до 50 миль. Он или плохой. Это красивый город. Я его называю Новая Америка по сравнению с нашим, потому что у нас архитектура, ну, немножечко такая, скажем, немножко старая. Встречаются новые плазы, где видно уже, что... Ну, кто приедет или кто будет следить за нашими видео и смотрит, он видит, как выглядят магазины и дома. Так вот, Анахейм – это город практически весь новый. То есть он намного моложе нашего. Там немножко по-другому. В общем, все эти женщины отбывают срок за убийство мужа. И мужей, а не мужа. Вы о женском насилии рассматриваете в целом? Нет. Это бесконечное давление и насилие в семье привело к тому, что в один раз это закончилось тем, что вот, ну, в истории этих трех женщин. То есть жертвы стали. Да. Это обвиняем. Очень тяжело, когда показывают все эти кадры. И она нас предупредила, говорит, фильм очень тяжелый, кому будет, ну, нехорошо морально, можете уходить, как вы хотите, можете досматривать, может. Много людей ушло. Нет, по-моему, никто не ушел. В общем, там показывали и фотографии с места происшествия, и фотографии одной женщины из этих трех, которая до этого обращалась, фиксировала побои, ее побои. Она там не просто побита, она там, ну я поражаюсь, как она выжила после этого. Ну вот, и... Что? Ну, короче, это все ужасно, они рассказывают свою историю. Они все состоят в тюрьме, есть общество женщин, вот, которые, ну, они как бы собираются, прорабатывают в группах. Ну, общество психологической поддержки. Там много женщин, на самом деле, вот показывали, кто сидит за это. Но фильм сосредоточен на трех полуисториях. Ну, в общем, то, что разорвало мне душу, да, ну, я прям даже не знаю, как по-другому описать, но вот, наверное, да. Вот это вот подойдет описание, это когда, в общем, показывали, женщина рассказывала, она рассказывала о дате, когда она последний раз видела своих детей. И если я правильно поняла, ну просто такие вещи слушать очень тяжело, она не просто в ответ сделала что-то, ну вот, допустим, у них там была потасовка, она его там чем-то ударила, и он, она целенаправленно увела детей к соседям, и она его убила. Вот. Потому что, ну, уже не могло так. Она обращалась в полицию, все, и никаких, как бы, ну, никто его не мог остановить. Так а почему его не наказали, не осудили? Я не знаю. Потому что он умер, уже никому не наказали. Вроде как бы, и, в общем, закончилось это все тем, что мы слушали, в общем, ну, там показывали кадры из какой-то из этой прошлой жизни этих женщин, где они еще... Ну, счастливы были там женщины эти с детьми своими. Телефонным, все же звонки на 911 фиксируются, ну и, наверное, везде все фиксируется. И, в общем, там звонил ребенок
мальчик один. Я не поняла, честно говоря, это настолько все. Ну, это ужасно. Ребенок одной из этой женщины, женщина, он звонил в тот момент, когда отец избивал, там, ну, фактически убивал мать, как он плакал, как он просил о помощи. Он говорил, что он не один в доме, что еще сестра младшая есть. Потом он очень-очень просительно закричал: «Мама, мама!» и прервался разговор. Но во время всего этого с ним разговаривал специалист. Да, да, что уже помощь едет, все. И вот разговор оборвался тем, видимо, в тот момент, когда там, ну, либо мама папу, либо папа все-таки мама. Ну, я поняла, что это, ну, это сын одной из героинь. И это ужасно просто. Короче, после таких курсов такое ощущение, что мне самой нужно поговорить с психологом, сходить или с психиатром. Наверное, все-таки с психологом. Но это ужасно слушать про эти крики этого ребенка, как он тут, как он просил о помощи, как он кричал, вот этот последний крик мамы, это просто, я говорю, это, ну, это разрывает прямо душу. Короче, мало того, что ты всякую эту самую, блин, смотришь по Ютубу, тебе еще и в школе начали показывать. Да? Ну, а потом мы пошли к нашему красавцу физруку, который нас опять усадил читать, а сам занимался своими делами. Спортом? Нет, ну он что-то там занимался своими делами, а нам дал читать презентацию на тему распространенных болезней, как организм с ними борется, и потом мы плавно перешли на половые, на болезни, передающиеся половым путем. Что мы можем делать, чтобы не заразиться, кто входит в наибольшую группу риска, в общем, как-то. А к чему вам это кино показывать? Я же тебе говорю, что у нас сейчас тема, мы обсуждаем, в принципе... Так, а сказали, что делать или что? Или просто обсуждать? Она сказала, что мы будем возвращаться к обсуждению этого фильма в среду, мы просто его досмотрели впритык, говоря, у нас... 50 минут заканчивается урок, 52, там, ну, уже просто половина начала собирать вещи под конец фильма, потому что, ну, у меня вот 15 минут между классами. А у кого-то меньше, может? У кого-то, наверное, может быть меньше. У нас у старшего сына в средней школе сейчас, в middle school, будет перемена 3 минуты между уроками. А еще вот я, конечно, тоже в шоке от этого услышанного, и просто когда ездишь, вот понимаешь, вот в шоке, когда тебе рассказывают, а когда ты слышишь крик этого ребенка, да. Зай, ну мне хватает и этого, мне не надо слышать, я тебе честно. Просто я что хотел сказать, что я когда езжу по городу, там за городом, ну, у нас все время по городу получается, просто нам очень большие расстояния, потому что из города в город переезжают. Постоянно везде стоят такие вот социальные, скажем, рекламы, большие бигборды, и на них написано, что в случае насилия в семье звонить по телефону, по-моему, телефон все восьмерки. Вот. То есть, как бы, ну, вообще я не думал, что доходит до такого, что как бы полиция, типа, плохо реагирует, что вот как ты говоришь, что... Это было постоянно, никто его не мог угомонить, типа, блин, и прочие дела. То есть я думал, что если такой поступает сигнал, то человек тут просто сразу за решетку попадает. Понимаешь, Сереж, я просто я не знаю, как здесь работает система, но как в Беларуси работает система. Это я знаю. Что женщина обращается, да, и женщина, если потом женщина через какое-то время напишет, скажет, что нет-нет-нет, я не имею к нему претензий, понимаешь, просто они же уже, когда вступают вот в эти отношения, когда, ну, ты попадаешь под давление, да, то это уже становится созависимый человек, потому что он уже лечить надо и того, он уже уйти не может от того, кто его мучает, понимаешь? Хотя, честно скажу, я не оправдываю женщин, которые терпят насилие в семье. Мне их, ну, мне больше жалко их детей, и
Ну, в общем, я как бы и сочувствую этим женщинам, которые не могут разорвать. И я понимаю, что есть вот этот короче, синдром, кто знает, какой вот то, что зависимость от своего, того, кто тебе причиняет насилие и психологическое, все, но я не знаю. Это я думаю, в Беларуси это быстрее не зависимость, а просто терпение. Ну да, там. Боязнь сказать родственникам. Ну это типа, некуда, почему-то считается стыдным. Опять же, некуда уйти, потому что можно уйти только к родственникам и бла-бла-бла. И поэтому вот это вот все вот замкнутый круг, и вот это все крутится. А потом еще и Лукашенко сказал, что иногда, что, блин, взрослому, что ребенку можно подкинуть в топочку немножко. Да. Так куда ты уже уйдешь, если тут уже, понимаешь, по телевизору об этом сказали, что это нормально. А диктатура – это бренд Беларуси, как выразилась там Катью. Я не знаю, но она его... Ну, короче, пресс-секретарь, да. Или кто она там у него? Анастасия. Вот, а потом мы были на Child Development классе, и она нас отправила, она нам дала такое задание. Каждому распределила, чего есть у нас в корпусе, и нужно было сходить и набрать оттуда кучу, блин, брошюр, и прийти, и представить. Нам попал центр, где тебе помогут разобраться с твоим призванием, кто ты, ну вот, в каком направлении работы, в чем лучше тебе строить карьеру. Вот. И что меня удивило, я очень удивлена, что вот эти все тесты, которые ты можешь сделать, чтобы определить, кто ты, ну, к чему у тебя есть больше способность, да, не платные у нас в Польше. Не платные. Платные. А, платные? Да, там один какой-то там $10 стоит, какой-то 8, 3. Ну, как бы это и недорого, да, ну просто, ну... На ну, фоне всеобщей помощи на... и... Да, да, это выглядело как-то так, что... Дикостью какой-то. Да, да. Ну, нас там встретили, конечно, прям хотели всем пятерым сразу быстрее все сделать. А кто основатель компании, так сказать, учредитель тестов? И нету там корней с постсоветского пространства? Не знаю. Вот что-то попахивает душком каким-то. Ну, прям я была очень удивлена, что это все как бы платно и... Он такой, мужчина этот такой, вот ля-ля-ля, приходите, мы там всегда аппойнтмент можно назначить, можно перенести, вот-вот сегодня аппойнтмент назначаем, завтра встречаемся, мы поймем, типа раскроем вашу индивидуальность, где вам лучше работать. За я говорю, бабки. Типа, спокойно, нам, говорю, просто бумажек набрать и в классе рассказать. Да-да-да, типа, рассказывайте о нас, мы всегда вот для всех там... И каждому, главное, стоят бумажки, мы потом с одной девочкой говорим, да нам хватит как бы, ну, одного комплекта бумаг, чтобы просто показать, что мы сходили, мы сделали, мы как группа пришли. Нет-нет-нет, берите на каждого там, в общем. Ну, потому что он хочет раздать, чтобы... Хотел продать свою услугу. Хоть кто-нибудь купит какой-нибудь тест. Вот такой вот день, короче, я говорю, что пора делать аппойтмент с нашим психологом в колледже. Кстати, туда можно 3 раза в течение... Семестр. В течение семестра сходить абсолютно бесплатно. Наша студенческая страховка это покрывает. А что еще страховка покрывает? Страховка покрывает, да много чего она покрывает. Туда можно пойти полечиться, если там простыл. Вот моя подружка ходила, лечилась. Психологические эти консультации. Услуги гинеколога тоже покрывает полностью. Осмотр груди, как он называется, маммограмм. Ну, в общем, вот это вот можно. Но опять же, для студентов несколько раз в месяц, если не ошибаюсь, проводится, можно на всякие половые инфекции тоже сдавать бесплатные анализы. Ну, очень много чего, но я же там как бы ни разу не была. Только знаю, что вот тогда одна девочка ходила лечила свои какие-то проблемы. Вот та девочка. Она в колледже лечилась или в больнице? Нет, она ей назначала лекарства и полностью лечение, а в колледже врач. Прикольно. Я думал, она в больницу ходила. Но если у тебя есть, вот, допустим, как у меня мой лечащий врач, да, ага. Если бы я сейчас обратилась к врачу, допустим, с мигренью,
то он бы созванивался, ну, грубо говоря, с моим врачом, они бы вместе. Ну, вот как тогда нам объясняла гинеколог, что это будет коллективная работа. Короче, что в Америке интересно, что воспитывается личность, но воспитывается личность для работы в коллективной работе. То есть тут всегда говорят, вот, Сереж... каждый сам отвечает за себя, и если ты говоришь, я сделал, я там принес, я откопал, я закопал, я прочитал, это не то, как говорили, типа, вот я помню, в детстве нас учили, я, там этот Яша из букваря, и это типа некрасиво, и мы всегда... Это мы сделали, это мы пошли, это мы там перенесли. И потом получается вот это мы, которое никто ни за что не отвечает, и никто ничего не делает. Поэтому я считаю, лучше, когда есть личная ответственность и личное мнение. И личный результат. Но все равно, Сереж, очень много видишь... Ну, везде требуется умение работать в коллективе, умение работать в группе. Нас все время делят на эти группы, мы все время работаем вместе над какими-то работами. Понимаешь, но опять каждый работает самостоятельно. За свою часть, да, и да. Оценку-то получает каждый свою. А нас растили в плане, чисто просто как коллектив, понимаешь? У нас не было такого, что вот ты сделал это, ты сделал это, а вместе вы сделали вот это дело. Все делали общее дело. И кто как делал свою часть дела, не было никому дела. Ну, может быть. Ну, в общем, пишите ваши комментарии. Делитесь мыслями и не оставайтесь в стороне от того, когда вы видите, что кому-то плохо. А у меня такое ощущение, что мы сегодня вечером допьем пропитку, блин. Для торта, понимаете, после такого стресса. Зато Саша торт рубает. Орешки я... Нет, орешки я снимаю, рубаю, а он торт рубает. Потому что в первый день дети отказались от приема торта с орехами. Все, вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Это такой был маленький, короткий, грустный влог, но... Не все коту масленица, как говорится. Бывают и вот такие вот вещи в Америке. Тоже не все так гладко и сладко. Все, увидимся в новом видео. До встречи, бай-бай. Пока-пока. Я вот тут то, что я пыталась лицо подержать, да. Да у нас полкласса плакала, понимаешь, включая профессора. Я уж не знаю, сколько раз она за свою преподавательскую деятельность этот фильм посмотрела, да. Ну, Зай, ну это невозможно слышать, когда вот такой ребенок по возрасту, вот как наш, да, как он...